Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами 38-е занятие, 8-е занятие по субжонктиву. Если вы не посмотрели предыдущие 7 занятий, посмотрите, пожалуйста, так вам будет понятнее, что сегодня будет. Сегодня мы будем учить с вами новые фразы, которые выражают эмоции, после которых мы должны использовать субжонктив. Вы повторяете со мной. Être content – быть довольным. Heureux – être heureux – счастливым. Ravi – радостным. Fier – гордым. Трист, грустным, меконтон, недовольным, дезоле, сожалеющим, регретте, сожалеть, je regrette, я сожалею, что, je regrette que. Ensuite, être fâché, разозленным, se fâcher, злиться, être irrité, быть раздраженным, furieux, вне себя, от ярости, être offensé, быть оскорбленным, être indigné, быть возмущенным, s'indigner, возмущаться, avoir honte, стыдиться, avoir peur, бояться, craindre, опасаться, être inquiet, быть взволнованным, быть обеспокоенным, s'inquiéter, беспокоиться, s'étonner, удивляться, être étonné, быть удивленным, surpris, человек, которого застали врасплох, être frappé, пораженным, être touché, быть тронутым. И давайте посмотрим наше упражнение, как мы с вами уже видели. Первая часть – это та часть, которую мы должны выучить, это наше выражение, после которых употребляется субжонктив. Вторая часть произвольная, я придумала ее сама. Вы ее трансформируете, вместо плюса ставите к. Сейчас мы с вами читаем, я перевожу, вы повторяете за мной. Je suis fière, я горда, tu as ce prix. У тебя это премия, то есть человек выиграл премию. Ensuite, tu es mécontent, ты недоволен. Vous faites ces erreurs régulièrement. Здесь пропустила гу. Вы недовольны, вы делаете эти ошибки регулярно. Дальше. Il regrette, он сожалеет. Nous ne pouvons pas y participer. Мы не можем там участвовать. Elle est fâchée, она разозлилась, она разозлена. Son copain sort avec une autre fille. Ее парень выходит с другой девушкой. Это значит, что он с ней встречается. Il est irrité, он раздражен. On prend la décision sans lui. Без него принимают решение. Elle est furieuse, она вне себя от ярости. On prend son argent, берут ее деньги. Je suis offensé, я оскорблен. Tu me le dis, ты мне это говоришь. Nous sommes indignés, мы возмущены, vous faites ça avec nous, вы с нами это делаете, вы с нами так поступаете. Il a honte, он стыдится, son fils agit, тут t на конце, de telle façon, его сын так действует, так поступает. Nous avons peur, нам страшно, notre fille est malade, наша дочь болеет. Je suis frappée, я поражена, тут e на конце. Le professeur se sert de ses moyens. Преподаватель пользуется такими средствами. То есть у вас будет «Я горда, что у тебя эта премия». Он недоволен, что вы делаете эти ошибки регулярно и так далее. Сейчас вы меня выключаете, самостоятельно делаете. Так будет очень эффективно. Если трудно совсем, то значит, пока рано. Обратите внимание на другие упражнения. Процесс обучения должен быть комфортным, вам должно быть приятно, без какого-либо стресса. Если вдруг появляется стресс, значит, до этого что-то было упущено. Это не проблема, нужно просто повторить. И я перелистываю, надеюсь, что вы сделали все честно и правильно. Я читаю, вы повторяете за мной, следите за интонацией. Je suis fière que tu aies ce prix. Tu es mécontent que vous fassiez ces erreurs régulièrement. Il regrette que nous ne puissions pas y participer. Elle est fâchée que son copain sorte avec une autre fille. Il est irrité qu'on prenne la décision sans lui. Elle est furieuse qu'on prenne son argent. Je suis offensée que tu me le dises. Nous sommes indignés que vous fassiez ça avec nous. Il a honte que son fils agisse de telle façon. Nous avons peur que notre fille soit malade. Je suis frappée que le professeur se sert de ses moyens. Et j'espère que vous n'avez pas fait beaucoup d'erreurs. Надеюсь, что вы совсем не допустили ошибок.
Идем дальше. И посмотрите, новое упражнение, такого у нас еще не было, две части. Mon ami toujours en retard, je ne suis pas content. Моя подруга всегда опаздывает, я недоволен. Вам нужно эту фразу перевернуть и сказать, что я всегда недоволен, что моя подруга опаздывает. То есть то, что здесь в конце, у вас будет в начале. И в первой фразе вот этот глагол здесь, он уже будет в субжонктиве. Давайте с вами прочтем, повторите за мной. И я переведу, а потом будете сами выполнять. On y va. Mon ami est toujours en retard. Je ne suis pas content. Mon chat dort sans arrêt. Мой кот спит без остановки. Сам анкет. Это меня беспокоит. Mon fils ne fait jamais rien. Мой сын ничего никогда не делает. Ça m'énerve. Это меня злит, нервирует. Énervé. Ensuite. Mon mari conduit très vite. Мой муж очень быстро водит машину. То есть. Ça me fait peur. Это меня пугает. Mon frère a toujours des problèmes. У моего брата всегда проблемы. Ça me désole. Это меня удручает, это меня расстраивает. Ma soeur perd toujours tout. Моя сестра всегда все теряет. Ça ne m'amuse pas. Это меня не забавляет. То есть мы идем от обратного, значит, мне это совсем-совсем не нравится. И я надеюсь, что вы сделали. Сейчас проверяем. Не смотрите, пожалуйста, ответы, если вы не сделали. Это будет нечестно, это будет бесполезно. Я перелистываю. Читаю, вы повторите за мной, такая же интонация. Je ne suis pas content que mon ami soit toujours en retard. Je ne suis pas content que mon ami soit toujours en retard. 2. Ça m'inquiète que mon chat dort sans arrêt. Ça m'inquiète que mon chat dort sans arrêt. 3. Ça m'énerve que mon fils ne fasse jamais rien. Ça m'énerve que mon fils ne fasse jamais rien. 4. Ça me fait peur que mon mari conduise très vite. Ça me fait peur que mon mari conduise très vite. 5. Ça me désole que mon frère ait toujours des problèmes. Ça me désole que mon frère ait toujours des problèmes. Et la dernière phrase, ça ne m'amuse pas que ma sœur perde toujours tout. Ça ne m'amuse pas que ma sœur perde toujours tout. И это все, наш урок закончился. Вы выучили уже много фраз, слов. Тренируйте это, пожалуйста, запишите все, что я вам дала, потому что и так у вас рука запомнит. Несколько видов памяти у вас будут задействованы и визуально. И то, что я произношу, вы это слышите. Если вы еще и сами произносите, это еще дополнительное подспорье тому, чтобы вы все это запомнили. Учите эти фразы, пытайтесь их произносить, как будто бы вы их кому-то говорите в настоящей жизни. Так все запомнится. Я вам желаю удачи. Молодцы, что вы занимаетесь. И до скорого. Au revoir.